Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Поехали. Посмотри в глаза вот сюда. Это глаза. Так, отдашь ее на детейлер? Я там все объясню по телефону. Я полетел, хорошо? Итак, сегодня дошло время до вот этой вот чудесной копейки. Копейки генерала. Сейчас я передаю машину Андрею. Вот он пока тут стоит, с кем-то общается. Он едет, получается, на ней, на детейлинг. И мы ее отмываем. У меня нету времени, я нашел очередную капсулу времени. Мне надо прямо сейчас в 3 часа срочно выезжать. Вот такая вот машина. Вот эти вот битумные пятна. Все поубирать надо будет. Вот это вот, как обычно, все замазано там внутри. Тоже уберется. Вот битума очень много видим. Ну, в принципе, все вместе мы увидим в ближайшее время. Будет очень интересное изменение, потому что машина, я уже вижу, сейчас превратится просто в новую машину, потому что ее надо реально помыть. Очень много получается просто грязи, пыли. Вот, везде здесь, видимо. Так что, а там все класс, горит все. Будет чистейшая машина. Сейчас подключаем аккумулятор. Передаем Андрею все. Кстати, ядрен батон. Ядрен батон. Секунду, бля. А, я забыл. Сейчас Андрею надо еще кое-что будет сделать. У нас же здесь целый багажник всяких приколов. Слушайте, я, наверное, скажу даже багажник, чтобы и не трогали. У нас здесь вроде бы все чисто. Хотя нет, наверное, придется выложить. Все, сейчас Андрюха это все сделает. Вот только придется отъехать, потому что все-таки туда не подлезешь, а это не очень удобно. Все, сейчас мы вставляем, получается, что-то куда-то, что-то зачем-то, аккумулятор, и Андрея отправляем. Здесь тоже будет все по минимуму помыто, потому что, в принципе, видим, чистота, везде чистота, только пыль и грязь. Машина с пробегом 30, сколько-то там, с геком 1000. Так, масло у нас уровень. Масло уровень, подключаем аккумулятор, и все. Заводим. Ах, есть. Кстати, посмотрите, как она заводится. Сейчас я вам покажу. С первого раза. Так, ну что, мы приехали. Привет. Привет. Так, машинку передаю. Угу. Ничего не забираю. Понятно. Все, с Ильичем на связи. Решайте все вопросы. Все, тогда жму руку. Ключи там? Да, ключи в ней. Окно открыто. Я ее не закрывал. Все, счастливо. Привет. Приветствую. Вот, вы переехали, да, да, в новое место. Осваиваетесь. Ну, это хорошо, в принципе. Сейчас сам покажешь, что и как. Сам покажешь копеечку эту красивую, желтого, ядовито-желтого цвета генерала. А я даже не буду вмешиваться в разговор. Хорошо. Ты сам, да, все покажи, пожалуйста. А я уже на улице пообщаюсь. Договорюсь. Посмотрю, хорошо. Все, передаю тебе этот глаз. Ответственный ты теперь за него. Все. Да. Все, пока. Значит, вот у нас самая яркая машина в студии. Наверное, из всех проектов, которые мы делали, этот самый красивый, самый яркий, самый запоминающийся. Первым делом начали с подкапотного пространства. Оно, как и у всех автомобилей советского производства, постоянно находится в масле и в копоти. Все это мы отмыли аккуратненько,
водичкой, все потом специальным консервантом законсервировали, все трубки, все шлангочки, все вот такое вот насыщенное, черное, красивое, блестящее. Это и с визуальной точки зрения красивее, и оно восстанавливает эластичность вот этих вот всех резиновых полиуретановых элементов. Дальше задача была отмыть весь кузов от битума, и даже, наверное, на 100% нам это не удалось, потому что очень много его налипло на подкрылки, и было страшно его смывать, потому что оно все равно оставляет черные следы. Но в целом с большей частью мы справились. Дальше была полировка, легкая, очищающая, только для того, чтобы снять окисленность с кузова. И вот уже получаем такой эффект. Сверху все покрыли мы твердым воском, для того, чтобы дольше сохранить красоту. И, ну, вот такой вот получился результат. А, что хотел еще показать. Хром. Обожаю весь хром на советской технике, потому что он отмывается просто до идеального состояния. Вы сможете увидеть, я думаю, что он вот как выехал в свои года с таким вот блестящим бампером. Вот такой вот он спустя года и получился. В салоне мы сняли все чехлы. Под чехлами родной винил был очень сильно прокрашен, даже я бы так сказал. Загрязнен, прокрашен. Но, как вы видите, все очистилось, все отмылось, все замечательно. Все коврики, весь ковролин, все вот эти вот резиновые полиуретановые штуки мы все восстановили, начернили. Теперь они также обладают той же эластичностью, как и должны. Багажник. Надо взять ключи. Да, ключиком сейчас нам подсказывает, что надо взять ключик. Вот, тут все тоже красиво. А, важный элемент. Фуражка генерала должна занять свое почетное место. Теперь уже другое дело. Ну вот, такой получился у нас совместный проект. Вроде нормально, вроде. Все показал, ну супер. Давай сядем внутрь тогда. В принципе, вот. О, да, конечно, запах салона не передать вообще, реально. Ну блин, пахнет как новое. И внутри показал все, да? Да. В принципе, все, вот так вот. Вот такая вот у нас копеечка с пробегом 38 283 километра. Состояние. Все видят какое, кто разбирается, тем более видит какое. Ну ладно, здесь вообще просто приятно сидеть. Спасибо огромное, что сделали у нас уже третью машину, да, получается? Четвертая. Я уже... 21-х. А, все. Жигули пчеловода, и вот да, это у нас копеечка генерала. Ну, она тоже пчеловода генеральская, в общем. Так что супер, я доволен. Поехал я дальше, посмотрю ее теперь на улице. Ты здесь все объяснил, спасибо огромное. Продолжаем сотрудничать и в дорогу. Пока. Вам удачи. Удачи в работе. Я смотрю, у вас новое место. Вы его сейчас благоустроите. У вас здесь, смотрю, так неплохо, красиво. Молодцы, молодцы. Главное стремиться все время вперед. Все, мы поехали. Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Поехали в новый путь, в новую дорогу. По дорогам Российской империи. Поехали.
Итак, все, тронулись мы. Сейчас где-то остановимся, пока не начался дождик. Я надеюсь, и покажу ее вам на улице. На улице она просто сияет, как мои два кота. Даже сейчас выйду на две минутки, потому что все, пойдем вокруг, просто пока не начался дождь. Я знаю. Вот такая вот штука серьезная. Все, все остальное посмотрим в другом месте. Понеслась. Итак, еду на этой машине и просто удивляюсь. Не делал ни сервиса, ничего. Она просто работает как часы. Она реально как новая. Едешь на ней, приятно ехать. Но впереди туча. И у меня, честно говоря, немножко даже дыхание сбивается. Мне очень жалко, если, не дай бог, сейчас пойдет дождь. Я сейчас моментально еду в паркинг, оставляю ее там. И если не будет дождика, придется выпить бокал пива. Ну что, мне повезло. Одна капля упала на кузов этого автомобиля. Я заехал. На кратковременное место хранения автомобиля. И сейчас, в принципе, уже показать ничего не смогу. Но слава богу, что она не... На нее не пошел дождь, потому что ну только выехала, чистейшая машина, привели в порядок, думал, все, капец. Я пошел отмечать ее день рождения, так скажем. Припаркуем сейчас ее сюда и все, в принципе. Нашли местечко укромное, отличное. Все. Бомба, бомба. Просто везение. Везение, что не попали под дождь. Так, закрываем окошечко. Забираем вещи, идем отмечать день рождения. День рождения. Этой красавицы. Здесь ничего я не смогу показать абсолютно. Здесь всего-навсего темнота друг молодежи. Так что в следующий раз увидим ее абсолютно чистой. Немножко припаду пылью и покажу я ее детально уже на улице. Ну а сейчас вот все, что мы увидим в этой темноте, пускай она немножко продолжает отдыхать, так скажем, Вот еще чудо-юдо стоит, Похоже на рыбу, кстати, обратите внимание. Тупо акула, самая настоящая акула. Акула 90-х. Ладно, всем хороших находок. Я пошел отправляться в очередное путешествие, потому что завтра ждет очередная капсула времени. Какая, я думаю, увидим все вместе. Главное, чтобы все получилось, потому что это такое дело. Иногда оно не получается. Всем пока.